Что-то у меня такое мутненькое все. Всем привет! Мой маленький читуанин, который сегодня меня с самого утра троллит. Киноэ ей не нравится, амаранты она не любит, имбирь я делаю неправильно. Это кухово обострение. Я все делаю как обычно, если ты не заметила. Поняла? Что, нечего тебе сказать? Ну что это там? Молчит, смотрите. Видите? Уважает мужа. Боится. Да ладно, ладно, не дрожи. Давай, одевайся. А я позже заниматься буду, есть готовлю. Правильно, ничего, всему свое время. Главное точно позаниматься. Мася-лесбиянка? Блин, через... Ну, если через З лесбиянка, то точно нет. Имбирь и лимон на мясорубку надо и залить медом. Во! Я еще ни разу не заливал мясорубку медом. Мася, тут так и написали, залить мясорубку медом. Офигенный рецепт. Ну что, давай, мой чахлый друг. Короче, сегодня у нас отведение. Здесь у нас работает великолепно, опять же, передняя поверхность ноги, мышцы, отводящие попку. Соответственно, здесь у нас работает зона ушек. Здесь работают у нас даже боковые мышцы пресса. Так, что помогает от храпа? Похудеть. А вот скажи, я перестал храпеть? Да. Вообще? Ну, вот. Так иногда посапываешь, но да. Для чего нужно пить БЦА? Ну, слушайте, это три незаменимых аминокислоты. Аминокислоты участвуют во всех обменных процессах организма. Практически во всех. Вот. И, соответственно, во время тренировки вам их не хватает. После тренировки тем паче не хватает. И они помогают держать мышцы в тонусе. Вот такие дела. Так. Ту-ту-ту-ту. С чего вы так до слез смеялись в недавнем видео? Так это первая часть у Саши. Да. А у меня продолжение. Смотрите, да, у нас же все на одном и на втором канале у Маси. Когда в Алмату? Пока не знаю, когда, но мы с удовольствием. Мася завтра записывает свою первую песню на студии. Вот. А на следующей неделе вторую, потом через неделю уже третья и сразу на концерт. Так. Вы не подрались? Нет, конечно. Как найти идеальный вес? Вот Мася свой идеальный вес видит как 59,9, ну то есть от 59,5 до 61. Вот. А так как его найти? Каждый выбирает его сам. Я бы хотел бы, наверное, 102, а у меня 107,5. От храпа помогает регулярное полоскание горла обычной водой. Ну, попробовать точно можно. Когда будете искать Масе наряды для выступления? Масе уже шьют наряды. Подружка наша Ира шьет для Маси все. Это наказание для Маси? Нет. Для Маси каждая вечерняя такая нагрузка, как, знаете, зубы чистить. Хорошая вытяжка, когда готовите, запаха нет в квартире? Нет, запаха в квартире нету. А вытяжки у нас, кстати, тоже нету, потому что у нас обычно мы открываем окна. Сашу задорно смеялись. Спасибо. Ливан нам передает привет. С Ливана. Это круто. Вот. Ребята, дорогие мои. А я не могу, я веду видео, а музыка там отдельно. Надо вот так нажать. Ну, она сейчас поменяется уже, так что ты не переживай. Вот, а когда мы приедем в какой-то город, мы не знаем. Мы с удовольствием, вот Мася начнет петь и поедем. Дальше мы работаем внутренней поверхность бедра и так очередуем, соответственно, отведение. Потом такое вот частичное сведение. И выходит у нас хорошая такая нагрузка. Как английский у Маси? Мася, как у тебя английский? Что там? Как у тебя английский? Никак. Это тебе не козявки щелкать оказалось, да? Нет. Я вот все мечтаю. Мы это еще пока не читаем. Что дает мясо с чесноком, почитайте. Интернет полон информации об этом. Мы пьем для иммунитета. Альберт никогда не вернется в моей жизни. В чей-нибудь другой. Диета на гречке, не знаю. Я считаю, что должен быть баланс. Как это? Гречка. Одна гречка и все? Как заставить себя идти мыть посуду? Слушайте, мыть посуду не у так... У меня вон гора. Я всегда включаю музыку. Мам, я... Иордания передает привет нам. Ливия. Иордания, Ливия. Мам,
Я, конечно, люблю своих африканских парней, но можно как-то переключить? Нет, ты поставил музыку, я на будет. Дай мне телефон. Я не могу, я на коленях стою. Ну давай. Кажуткая депрессия, хочется постоянно есть, пополнело, как выйти из этого состояния? Как? Найти занятие, которое вас выведет из такого состояния, по-моему, это все просто. Брянск, привет. Мася, у нас тренировка не прерывается. Если ты выбрал не ту музыку, это твоя проблема. Это как у тебя в зале порой. Приходит смс, и ты 5 минут стоишь, залипаешь в смс. Потом да. Мася, ты нормально не работаешь. Убери телефон в сторону и работай. Значит, работать будешь без музыки. Как ты не можешь без музыки? Значит, поставить надо было первую попавшуюся музыку. Музыку 80-х, которая хорошая музыка, все нормально играет. О. Ты понимаешь, что люди с тобой тренируются, а ты что ты делаешь? Сколько повторений? А смысл какой? Нет, вообще я делал по 50. Так. 50 и внутренние 20. Так. Ну вот и считай. Киров, привет. Каждый день смотрю ваш эфир, а сегодня попал в прямой, мать умница. Приятно. Саша, люблю ваши мудрые мысли. Спасибо. Харьков, привет. Альберт переродился в Валеру, не дай бог. По поводу диеты Дюкана мы ничего не думаем. Там также есть большой перекос в сторону белка. А перекос в сторону белка или углеводов, или жиров, как их и недобор, крайне вреден. Мне кажется, что Мася пьет гормоны, поэтому голос у него такой. Кому-то кажется, что я тоже пью какие-то гормоны. Поэтому это как-то странно. Саша, Мася, привет, когда в Питер приедете. Недавняя встреча была суперская. Спасибо огромное. В Питер приедем в конце ноября, у папки день рождения, и я с удовольствием буду там. Сегодня очень позитивно, весь день хожу, угораю, кайфово. Адыгейский сыр при сушке можно? Ну, сыра можно всегда, может быть, даже нужно, но небольшое количество. Вот. Дагестан, привет, мои дорогие. Передавайте привет, я с вами был в Риксос, вместе с Масей в зале фоткался. Передаю привет. Иордания, Ливия передает привет, Мася. Прям вот это очень кайфово. Сашка, как дела? Дела у меня отлично. Маська тренится, а я смотрю. Сколько по времени можете не разговаривать после ссоры? 5 минут. Старому Оскову передать привет с большим удовольствием. Казахстан, привет. Встреча будет в ноябре? 16 ноября Мася будет на юбилейном концерте Саши Ягия. И, соответственно, там у нее будет несколько песен. Поэтому приходите на концерт, там с удовольствием увидимся. Там 1600 мест. Привет из затопленного Сочи. Так, не слышал, что Сочи затопило. Ого. Ростов-на-Дону передает привет. Беру с вас пример, сделал пару видео закупок в продуктовом магазине Иордании. Теперь мы начать тренироваться с Матей. Давайте, мы будем за. Стручковую фасоль едим не часто, но она неплохая. Почему я не питаюсь, как Мася? Слушайте, я люблю поесть. Мася тоже любит поесть, но мы решили, что пускай сначала Мася тренируется. Если мы оба будем голодные, тогда мы будем оба злые и будем ругаться, а это нехорошо. С картохой что решил? Крайне редко. Рыбка вкусна, у меня он еще осталось на сегодня на вечер. Лангипас передает нам привет, тут уже несколько дней идут привет, очень приятно. Рубрика «Секреты счастливой жизни» будут. Привет с Верхнего Уфалея, Соль Илецка, Мася. Нас смотрят очень редкие небольшие города, кайфово. У Маси рост 172. Фотку с нами можно в любое время, в любом месте. Мы всегда с удовольствием фотографируемся. Крым нам передает привет. Привет. Руки обожгла, отвлеклась на вас, любимых. Срочно надо, знаете, масло касторки. Касторовое масло, оно очень полезное. Ты об этом знала? В детстве пичкали все касторовое масло, оно помогает и от пигментных пятен, оно помогает от выпадения волос, оно помогает при ожогах. Облепиховое масло очень хорошо. Да, да. Сразу облепиховое масло. Фигурка в кумасе, надо каждый вечер заниматься, и все будет в порядке. Саша, я тоже из Дагестана, ты меня не заметил. Привет, дорогие. Привет, стараемся всех замечать, но не всегда выходит много сообщений. А так с удовольствием передаем в Дагестан привет. Ханты-Мансийск, тоже привет вам. У меня ребенок, глядя на Масю, повторяет за ней упражнения. Прикольно. Главное, под контролем мамы с папой. Миргород, привет. У Маски какое зрение? -3.5 и -2, наверное, так. Как вы относитесь к колесу-тренажеру? Мы, честно говоря, никак. Откуда берете бабло? Спец не отвечаете. Друг мой, а ты откуда берешь бабло? А сколько ты получаешь? А пин-код скажи мне от своей карточки. А ты жене все деньги отдаешь? А что ты не отвечаешь? Мы ждем твоего ответа.
Обратите внимание, Камил Диновакарина. 4978. Посмотрим к нам, что ответишь. Недавно вас нашла. Вы крутые. Почему вас Мася называет мама? А, введите в курс, почему вас Мася называет меня мама, потому что на Ютубе есть, честное слово. Все показывали. Комсомольск на Амуре. Привет. Италия, привет. Дайте себе, как скинуть 5 килограмм. Именно его в данный момент и даем. А все остальное на фитнес-массе смотрите. Та-дам. Мася собирается на операцию, не боится? А что там бояться? Все люди такие странные, знаете, ты легко заснул. Самое худшее, что может случиться, это непросто. Бухать не пугаются. Да, бухать не пугаются. Отравиться чем-нибудь, это гораздо. А сколько случаев было, знаешь, когда люди уезжали куда-нибудь в отельчик, а им там технический спирт. Люди просыпаются, не все. А те, кто проснулись, просыпаются либо обездвиженными, либо слепыми. И ничего, не боятся бухать. Быстрее, чем вообще под наркозом, что-то. На беговой дорожке лучше бегать или ходить? Тоже такой спорный вопрос, но лично мы ходим, мы не бегаем. Ставрополь, привет. Что надо, худеть, что надо есть, чтобы худеть? Ой, целая куча информации в интернете, а в массе, на фитнес-массе есть то, что делает она. Как сменить свое окружение? Стать собой самой, и ненужное окружение само отвалится, вы просто поверьте. Саша Мася, добрый вечер вам. Маська, ты супер. Киеву передать привет. Передаем с удовольствием Киеву привет. Тан-тан-тан-тан. О, Армения передает привет. Спасибо, очень приятно. На днях должны встречаться с девочкой. Она победительница шоу «Голос» в Армении. До этого Мася делал упражнение, чуть принимаюсь. Какие мышцы пресса там прокачиваются? Ну, практически весь пресс прокачивается. Потому что, когда вы приподнимаете ногу, у вас включаются нижние мышцы пресса. Если вы это делаете асимметрично, то включаются косые мышцы пресса. А когда поднимаете верх пресса, соответственно, работает верх пресса. Программа по редактированию вашего видео в Инстаграме никакой нет. Снимаем через паузу, но в Samsung это нормально. Так. Нормально. Горит? У моего любимого тоже день рождения, 1 апреля. Овны, супер. Ура! Спасибо, очень приятно. Шимкен, привет. Утяжелители 5 килограммов. Саша, у вас заплетается язык. Да? Не знаю, вроде нормально. Записываю вам видео про холод и конфетку. А вы говорите, видео заплетается. Жду каждый эфир. Завтра же бразильская кухня? Нет. А, во-первых, не завтра. Завтра какой день недели? Завтра только пятница. А бразильская кухня будет на следующей неделе. Да. Мы сделали пост. И пока там у нас три победителя. Посмотрим, кто у нас будет. Скорее всего, будет дагестанская кухня. Вот, хотя первое место завоевала чеченская кухня, но ее представитель не может приехать к нам. Поэтому будет, скорее всего, дагестанская. Посмотрим. Ти-ти-ин. Саша, Мася, привет вам. Про зрение спрашивали, почему Мася хочет походить, у нее идеальная фигура. Идеальная, но еще килограмм остался и будет совсем идеальная. Саратов, Туркмения, всем привет. Чем плох эллипс, ничем. Эллиптический тренажер офигительно, мне нравится. Так, Алматы передает привет. Пятничный бухач будет завтра. Мася не пьет. Больше, да, Мася? Да, дорогая. Астана, привет, Беларусь. Когда икру морковную будете есть? Честно говоря, небольшое количество морковной икры мы поели даже сегодня. Ну, я поел, а Мася попробовала ложечку. Это очень оказалось вкусно. Вообще вышло офигительно. Вы меня вдохновляете на новый эксперимент с готовкой. Класс. Харчо и Дауму, слушайте, я хочу, чтобы все вот такие специфичные эмоциональные блюда готовили те люди, которые умеют это делать. А я был бы лишь бы зрителем, комментатором и снимал этот великолепный процесс для всех наших подписчиков. Вы друг друга сразу полюбили или время понадобилось? Вот ты нормальный человек, сейчас лезешь ко мне. Скажи, ты сразу ведь меня полюбила? Нет. А через сколько? Не знаю. А ты меня любишь вообще хоть? Обожаю. О, видите? Короче, время ей понравилось. Так, Волгоград, привет, Тамбов, Вольск. Дагестан передает нам привет, спасибо огромное, очень приятно. Мася полкило осталось, ну, даже я бы скинул бы чуть. Ну да, знаете, хочется сделать 59,5, вот, а так, чтобы был бы запас до 61. Давай, работай. Саша, ты жесток по отношению к Альберту. Вы Альберта не видели, какой он жестокий. Это ж просто гад. Давай, работай. Давай. Во, пошел процесс. Так, Северный Урал вас любит, спасибо, мои дорогие.
Как вы преодолеваете трудности в отношениях? А у нас нет трудностей. Потому что у меня мягкий характер, я добрый, нежный и заботливый. Да, дорогая? Давай, хренач. Хренач сказал. Я сейчас тебе покажу всю свою заботу. Заботу сейчас покажу тебе и любовь свою. Ты видишь, зайка смотрит на тебя. Какой ты пример подаешь зайцам? По встрече в Москве, да, 16 ноября. Прямо вот в Крокус. Вегас-холле. 15 минут. Александр, покажите себя, хочется вас увидеть. Покажи себя. Привет. Это я. Ваша любовь. Грудь уменьшит, будет 57, нет. А когда грудь уменьшит, то идет 520 граммов еще. И это тоже на самом деле на пользу, полкилограмма. Вогда, привет. Так, кто эта красотка? Моя Мася. Тула, привет, привет. Хотел вас спросить совета. Мой мужчина устал на работе и нервный, уже не знаю, как подмазаться к нему. Да, знаете, киньте в него бутылку рома и отойдите. Ах, Мася, шаротка будет? Да, да, шаротка будет. Не будет. Будет? Значит, ты снимаешь ее сам. Нет, ты поможешь мне. Нет. Да. Я тебе скажу. Да, говорю. Ну, я устала. Короче, в 9:30 буду снимать шаротку, но она будет не в прямом эфире, а я ее так запишу. Сейчас я вам покажу. Для шаротки у меня курага, киви, бананы, немножко муки и амарант. Будет вкусно. Может быть, и муку. Не, муки надо, да, чуть положить? Да, муки положу чуть-чуть. Александр, а вы придерживаетесь какой-то либо диеты? Нет, я просто стараюсь сильно не переедать, хотя у меня вроде не очень выходит, но вес вроде стоит пока на месте. Голос у меня прикольный, спасибо. Оренбург, привет. Сургута, привет. Так, ну чего? Ели ли мы лагман уйгурийский? Пока нет. Саша, в вашу сторону много негатива. Как вы с этим справляетесь? Как вам сказать? Вы знаете, есть... ваш круг. Друзья, знакомые, сотрудники по работе. Вы их давно знаете, они вас знаете. У вас есть какой-то определенный статус, какой себя поставили. И вы в этом живете. Больше негатива, чем есть, его не будет. Меньше тоже не будет. И вот вы в этом живете. Вас напрягает? Ну вот, скорее всего, не напрягает. А когда вам кто-то где-то там строчит, это кто-то где-то там. Поэтому это равносильно тому, что, знаете, многие люди там идут, такой, о, блин, интересно, он человек сейчас меня вообще не смотрит, он, наверное, обо мне думает, что я там толстая, там, или страшная, или еще что-то. Какая разница, кто о вас как думает? Это вас не должно заботить, заботят те, кто о вас думает так. Сколько вам лет, если не секрет? Мне 18, Маске 16, все нормально, мы подрастающее поколение. Кисленькая будет шаротка, ну, посмотрим. Должно быть нормально, очень вкусная. Так, гей, иди в жопу. Оренбург, привет. Привет. Прям такое ощущение, что, знаешь, мне написал мой бывший, такой гей. Твою мать. Мам, я все. Нет, Мася, у тебя еще 2 минуты. Иди в жопу, я не могу. Работай, а что ты не можешь? Я тебя кормил? Кормил. Поил? Поил. Мам, любовь. А, это ты сквернословилась немного, всю энергию высосала. Я не могу. Да. Саша, ты не дает туда, каждый день одно и то же лицо. Ну, слушайте, у меня выбора нет. Если бы у меня, как упомянул Андерсон, был бы свой личный визажист, который ждал бы меня каждое утро, я бы, наверное, красил лицо. Ну, а так приходится вот так вот. Мастер, ты что делаешь? Песню слушаю. А встать не пробовала? Нет, а все равно сейчас снимать дальше. А, все, дорогие мои. Сейчас будем записывать рубрику, что делать сегодня Мася. Задавайте там свои вопросы и продолжим общаться в комментариях на фитнес Мася. Все. Всем до встречи, хорошего настроения. Ну а часиком к 10 ждите шаротку. Всем пока.